Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей. И сегодня я дам вам 5 лучших каналов YouTube для режиссеров. Это чисто мое мнение. Номер 1. DSLR Guide. Я имел удовольствие работать с Саймоном над его первой короткометражкой. Он отличный парень, и его видео очень вдохновят молодых режиссеров с ограниченным бюджетом. Саймон немного помешан. От звукового дизайна до монтажа или общей режиссуры. Он касается всего понемногу. Посмотрите его канал. Номер 2. Cinematography Database. Мэтт Воркман – кинематограф, создатель и дизайнер сцен. Он снимает музыкальные видео для известных артистов и коммерческие ролики для больших брендов. Сейчас он ведет базу данных кинематографа, где разбирает кинематографию различных фильмов и делится своими знаниями. У него фантастическое чувство юмора. Зайдите к нему и посмотрите канал. Номер 3. CookOptics. Я обожаю этот канал. Он предлагает удивительный контент. Он пока не очень широко известен, и я думаю, его недооценивают. Но там вы найдете удивительное интервью с лучшими режиссерами мира, которые делятся советами и рассказывают о закулисье из личного опыта, накопленного за карьеру. На это стоит взглянуть. Номер 4. Дифодариус. На этом канале вы найдете советы по кинопроизводству, сценарию и режиссуре. Также есть разборы и обзоры. Дариус из тех парней, кто всегда в отличном настроении. Если вы собираетесь написать сценарий короткометражки, то найдете отличные видео на этом канале. Иногда меня обвиняют в копировании его стиля, но он знает об этом и ничуть не против. Загляните на его канал. Номер 5. Every Frame a Painting. Он любит фильмы, не принимает заказов. Его канал посвящен анализу формы. Только изображение и звук, бэйби. Не уверен, активен ли еще канал, но если у вас есть время, взгляните на эти видео. Очень интересный контент. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забывайте подписываться и проверять ссылки в описании. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам пока.